Hello, Alice works in the studio. Здравствуйте. В студии работает Алиса. В России блокчейн – система для электронного голосования по поправкам. Конституция РФ дала сбой в первые часы работы. Сбой произошел из-за пиковой нагрузки, сообщают РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК Антона Лопатина. Прямая цитата Лопатина: «Был пик нагрузки, потому что жители Москвы и Нижегородской области сразу пошли голосовать. Сейчас работа сайта полностью восстановлена». Вы смотрели новости KCN. До скорого!